Долгие годы жители Ткварчала мечтали о православном храме в своем городе. И вот в 2013 году был заложен первый камень в фундамент будущего храма в память о воинах-защитниках города. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» совместно с духовенством Абхазии и администрацией Ткварчалского района начали продвигать инициативу горожан и провели первые работы по определению места его воздвижения. Храм будет назван в честь абхазского воина святого Евстафия Апсильского. Была проделана определенная просветительская работа. В августе текущего года состоялся благотворительный марафон по сбору средств на строительство православного храма. В нем приняли участие несколько сотен жителей и гостей Ткварчала. На площади перед Домом культуры был организован праздничный концерт с участием известных абхазских и российских артистов, государственной хоровой капеллы, мужского хора Даниловского монастыря. В рамках благотворительного марафона в специальных павильонах продавалась эксклюзивная православная продукция. Также в поддержку благотворительного марафона были организованы спортивные мероприятия. Сухумский заплыв, велопробег и мотопробег. На строительство православного храма в Ткварчале на сегодняшний день собрано около 5 миллионов рублей. Началом сбора средств можно считать марафон в городе Ткварчал, который состоялся 4 августа. На сегодняшний день у нас собрано более 4 миллионов рублей. Сбор средств продолжается. Для того, чтобы эта тема была более понятна, мы ее стараемся расширить. Посредством различных способов доносим это до людей, то есть участвуем в каких-то общегородских мероприятиях, ведем активно страницу в соцсетях. Планировка храмового комплекса святого Евстафия Апсильского состоит из храма, крещальни, трапезной и звонницы. На первый этап строительства храмового комплекса планируется собрать 50 миллионов рублей. Денежные пожертвования можно осуществить всевозможными способами. Способы участия каждого человека на строительство храма у нас предусмотрены несколько, даже независимо от того, вы находитесь в Абхазии или где-либо за пределами Абхазии. То есть это несколько разных, различных счетов, значит, это смс-оповещение, это перевод, это ящик для пожертвований. Также у нас есть акция, которая называется «Церковная лавка. Жизнь со смыслом». Она заключается в том, что вы, делая свое пожертвование, можете приобрести какую-либо из церковных утварей, представленных нами. Счет для сбора средств, открытый во всех отделениях Сбербанка Абхазии, постоянно пополняется. И это говорит о том, что люди готовы внести свою посильную лепту в строительство православного храма. Имена всех благотворителей будут занесены в специальную книгу, которая будет храниться в храме. Аля Катрапш, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.